Всем-всем добрый день, здравствуйте. Сегодняшнее видео – это небольшой пример благотворительной акции, которая проводится постоянно и повсеместно в Великобритании. И мне кажется, что нет такого жителя, который не принимал бы участие в благотворительности. Даже скажу больше, наверное, каждый житель считает своим долгом внести свой вклад и сотворить добро. И вот как раз сейчас вы видите одного из них, это муж моей мамы, как вы уже знаете, который время от времени выступает со своими концертами и деньги от своих выступлений перечисляет в фонд помощи детям, больным раком. Как раз такое выступление и состоялось вчера в одном из местных ресторанчиков с индийской кухней, где собрались и родственники, и друзья, и просто незнакомые люди, пришедшие сюда поужинать и послушать музыку. Об этой акции, конечно, было оповещено заранее, и поэтому люди, собравшиеся здесь, делали свои вложения. В этом ресторане два зала, и оба были практически полные. На это мероприятие Кен пригласил своего друга Тони, и у каждого из них была своя программа. Каждый пел по 2 часа, с 8 до 10, с 10 до 12. К сожалению, видео с репертуаром Тони у меня нет, но есть несколько композиций от маминого мужа, от Кена. Sway, 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 sway